Сегодня в ремонте, немножко в темноте, стелс адреналин 27,5, плюсовой велосипед на очень здоровой резине, на 27 колесах. Что мы здесь сделали? Здесь передняя втулка на промах, по 20 оси, очень плохо работает эксцентрик. Как-то закусывали подшипники, мы их достали, почистили и собрали все обратно, но ось работает передняя отвратительно, к сожалению. Ну и стандартно огромная сзади сковорода. Немножко гнутый петух, который пришлось поправить и качественно настроить задний переключатель. Ну, настройка тормозов, соответственно, переборка рулевой. Здесь, опять же, у нас стакан под конус идет, и он на шариках, к сожалению. Такой рулевой на промах нет, поэтому просто переборка, замена подшипников и чистка смазка. Ну и в целом вот такой вот интересный велосипед, огромный, на плюсовых колесах. Все, свет закончился.